Нашу новую коллекцию посуды Faberlic Home представляет итальянский шеф-повар Джованни Филиппоне. И уже сегодня Джованни здесь, с нами в студии. Чао тутти, здравствуйте, друзья. Привет, Регина. Привет, Джованни. Очень рада тебя сегодня видеть здесь с нами. И пока мы в предвкушении открытия ресторанов и кафе, мы стараемся разнообразить меню наших ужинов и создать уютную атмосферу у нас дома. Друзья, для вас это прекрасная возможность создавать на свою собственную кухню самые прекрасные блюда, чтобы угостить любимые и близкие. Джованни, ну разве можно вот так быстро освоить искусство кулинарии? Конечно, друзья. Для этого лишь вам нужно хорошее настроение, любовь, вдохновение и, конечно же, хорошие помощники. Ну скажи мне, как профессионал, какой инструмент для тебя на кухне является самым важным? Регина, тебе раскрою секрет, и, друзья, вам тоже любой повар вам будет сказать, что нож – это самый важный инструмент, который имеет шеф-повар. Нож должен быть удобный, должен быть точный и, конечно же, должен быть острый. Чем острее нож, чем будет безопаснее. А что ты можешь сказать про коллекцию наших новых ножей Faberlic Home? Отвечают они твоим строгим требованиям? Друзья, коллекция ножей Faberlic Home, я ее попробовал, и могу вам сказать, что она полностью меня вдохновляет. И смотрите, Faberlic выпустила целые 5 разных видов ножей, чтобы у вас дома можно было сделать все, что вам потребуется. А как тебе их дизайн, форма? Они очень красивые, друзья. Для итальянцев, конечно же, это очень важно. Не только как нож работает, а еще как нож выглядит. Конечно же, мы стильные итальянцы. И я еще хочу добавить, что ручка ножа выполнена из современного инновационного материала дерева пакка. Это сочетание натурального дерева с искусственной смолой, что делает этот материал очень легким, но прочным. А лезвие, вот вы можете увидеть, каждое лезвие будет оснащено вот таким пластиковым чехлом, чтобы предотвратить от случайных порезов, ведь эти ножи у нас очень острые. Но чтобы они всегда оставались такими острыми, в 10-м каталоге у нас выйдет вот такая стильная точилка для ножей. И тогда наши ножи смогут вам служить очень долго. Джованни, ну, наверное, одного ножа недостаточно, чтобы мы могли приготовить красивое и вкусное блюдо. Конечно же нет, Регина, друзья. Кроме нож, конечно, нужна будет очень хорошая и качественная посуда, которая как раз Faberlic выпускает в этом каталоге. Друзья, сковородки или посуда, они должны быть качественные и должны иметь хорошее подкрытие, чтобы у вас сковородка была долговечная. Это как раз про нашу коллекцию. Сковородки Faberlic Home с инновационным немецким антипригарным покрытием Греблон экологичны и безопасны для здоровья. Они не содержат синтетических смол, поэтому при их нагревании не выделяется вредных веществ. Да, Регина, кроме этого, мне очень нравится подкрытие. Смотри, она у нас не гладкая, как остальные все сковородки, она у нас матовая и шероховатая. Да, на самом деле, шероховатая поверхность, она не только приятна на вид и на ощупь, но это покрытие, оно делает нашу сковородку более долговечной, потому что шероховатая поверхность, она более устойчива к образованию царапин, и она меньше стирается и при должном уходе будет служить вам намного дольше. Да, Регина, мне лично эти сковородки очень понравились в работе. И смотри еще, какие у них красивые цвета. У нас есть терракотовые, есть авокадо, а есть еще оливковые. Смотри, какой стиль, прямо по-итальянски. Да, спасибо, Джованни. Я очень рада, что тебе понравились наши сковородки. Но еще я хочу добавить, что к сковородкам у нас будет 2 универсальные крышки стеклянные. Вот вы можете тут их увидеть. И на самом деле очень удобно, что благодаря силиконовому ободку каждая крышка, она подходит для 3 размеров посуды. То есть вы сможете ее использовать не только на наших сковородках, но и на любой другой посуде.
Кроме того, я открою вам сегодня все секреты и скажу, что уже в 10-м каталоге у нас выйдут сотейники и долгожданные сковороды-гриль. Кроме этого, у нас появятся вот такие прекрасные силиконовые лопатки и ложки для того, чтобы вы могли не переживать, что ваша посуда поцарапается, и спокойно с ней работать. Ну и кроме того, вас ждет еще много приятных сюрпризов и много новых продуктов. Правда, Джован? Правда, правда, Регина. Я очень довольна новой коллекцией посуды Faberlic. И, друзья, мы вам обещаем, что мы будем постоянно работать на улучшение и чтобы найти новые товары для вас. И, конечно же, на каждом каталоге вы будете найти всегда новые вкусные рецепты от меня. Да, в каждом каталоге мы будем делиться с вами оригинальными рецептами вкусных блюд от Джованни, а также мы снимем с ним серию видео для наших соцсетей, чтобы вы могли готовить так же красиво и так же вкусно, как наш обаятельный и суперпрофессиональный шеф. Спасибо, друзья. Спасибо. Удачи вам. Желаем хороших продаж и всего самого хорошего. Пока. Пока-пока. Чао-чао.